Более 500 тысяч исторических материалов за полвека собрали участники Северо-Казахстанской археологической экспедиции. Ежегодно школьники и студенты местного университета выезжают на раскопки в поисках древних артефактов. Сейчас эту работу возглавляют археологи Виктор Зайберт и Анатолий Лишаков. Одним из главных открытий 80-х годов стало поселение Ботай. Ученые доказали, что именно здесь была впервые одомашнена лошадь. Теперь на этом сакральном месте планируют создать музей под открытым небом, где каждый сможет окунуться в эпоху энеолита. Об этом историки сообщили во время обсуждения программной статьи президента «Семь граней Великой степи». Участники круглого стола отметили важность создания историко-археологического движения в школах. Мы работаем, я говорю, со школьниками уже много лет, и, в общем-то, вот, у нас большие экспедиции были школьные, по 100, по 50 человек. У нас были ребятишки из интернатов, детская комната милиции к нам направляла своих якобы юных разбойников. Да это же хорошие ребята, они в экспедиции заражаются творчеством, интересом, и у них совершенно иной склад становится ума.